Твои глаза, такие чистые, как небо, назад нельзя. Такая сила притяжения, твои глаза. Останови это движение, я для тебя. Остановлю эту планету. Здравствуйте, Константин. Вам звонит Владимир Владимирович. У меня есть для вас сообщение от одной чрезвычайно симпатичной и искренне преданной вам особы. Думаю, вы сразу поняли, о ком я говорю. Эта очаровательная дама невероятно любит вас. Я давно не видел таких теплых чувств. А уж я-то, поверьте, многое повидал. Она с огромной любовью отзывалась о вас и говорила мне, насколько вы мужественный, умный и надежный мужчина. Пусть же ее чувства будут взаимными. Надеюсь, вы так же сильно влюблены в нее, как и она в вас. С днем Святого Валентина! Мой Константин, ты самый идеальный. С тобой я поняла, любовь реальна. И ты попал мне в сердце, словно выстрел. А теперь лишь мои мысли. Люблю тебя. Ты удивительный мужчина. А я хочу тонуть, как в океане. Хочу тебя. Манить я всеми маяками. Твоя любовь.